я, это Арчи. Сейчас бегал по делам, туда-сюда суетился, снимать было некогда. И вот сейчас на обратном пути пойду до метро Василия Островского. И решил снять эту всю красоту, показать вам. Особо комментировать не буду, потому что я не знаток архитектуры, что знаю, может, скажу. Так просто молча сделаем пешую прогулочку. И сверху я где-нибудь в углу поставлю карту своего маршрута. И просто вы со мной погуляете, полюбуетесь вместе со мной красотами нашего города, нашего прекрасного Санкт-Петербурга. Сейчас мы находимся на набережной у воды. Вот это Благовещенский мост. С той стороны сфинксы и Академия художественная. Сейчас дойдем, снимем этих сфинксов. Сниму, покажу вам. Очень старинные сфинксы. Разводной. Сейчас я вам покажу место, где он разводится. Здесь вот разводится Благовещенский мост. Он в середине, представляете, такая махина поднимается вверх. Вот там вот дальше сфинксы. Сейчас мы подойдем, поснимаем их. А это художественная академия. Там виднеется купол Исаакия. Памяти русского морского офицера Петра Петровича Шмидта, приезжих.
довольно-таки сильное течение. Этих сфинксов привезли с Египта в 1832 году. Какой год, интересно, самих этих сфинксов. Вполне возможно, это еще ровесники пирамид.
наш питерский сфинкс, называется «Голубь».
Жалко вам, запах не передается, черёмуха цветёт. Вот такой вот арт-объект Петровский с ресторанами, двориками. Василий Островский.
аллее пьяный иду. В среднем вот. А ты где? Свету по земле и воде, и совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце. Просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе, подали сопресли. Кофе сбежал по пропеллю пицца. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Звездой в Голливуде не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди. Поешь ты чуть тише, чем на сырат кабанье. Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло.
снилась, не являлась под кайфом, не стучалась в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Большая прогулочка по Василеостровская от набережной. Шел по делам, ну, решил снять немного красиво, погода хорошая, сниму, покажу красоты нашего города. Пис, всем добра.